Всем привет, народ. Добрый день. Так, сегодня продолжаем проходить Сакрет. Смортыч подтянется. Он, кстати, куда ушел? А куда он свалил? Да не знаю. Не сейчас привыкли. Должен зайти, по идее. Так, заодно надо это нельзя было открыть. Привет. А, алло, Мордыч. Привет. Тебя тихо слышно, что-то очень. Что, совсем тихо? Ага. Не поверю. Вот, когда ты громче говоришь, лучше становится слышно. Я то, что когда делаю громче, становится лучше. Ну, а так тихо, да, если обычно говорить. Я помню, окей. Ну, вроде, ну. О, мантр в друзья добавляется, сейчас закинем. Mm-hmm. Так, как его в пати пригласить? А, да походу просто заходишь в игру и все. Серьезно. Вевольф имею в виду. А, Вевольф? Да. Нажимаешь правой кнопкой. На него invite to party или suggest invite to party, наверное. Ага. Посмотрим. Да, вот заходит. Один Сакрит, другой Саврит. Куда заходить? В Саврит заходи. Походу это. А, все, он типа в пати, я так понял. Окей. Так, ну где у нас серваки? Один. А он с тобой в пати или он в нашей? Ну, в нашей я его кинул. Ага, все нормально. Сейчас я посмотрю, как этот сервер называется, может. Реально Саврит. Зайду, наверное, в WoW. А, погоди, я что, два сервера запустил? Блин. Бывает. Значит, в Саврит. Не в Саврит. Да я переволновался, забегаю, блин. Вот 6 часов. Опаздываю, надо все запускать. Да я сам чуть-чуть подопоздал, конечно. Ой, господи. На 5 минут ничего страшного. В принципе, да. Так. Вот заходит, может быть, заходит. Я могу загрузить, охренеть. Ты, походу, загрузишь свое сохранение. Ну да, вот именно. Так. Или будет как у Гуру, когда он загружал мне наполовину, вылетал из игры. Пускай антик загружает свою. Только я сервака не вижу, ни хрена. Сакрит гейм сервер. Угу. Этот, так, сделаем. Секунду. У меня что-то с ОБСом. Ага. Трансляция, блядь, остановилась и запустилась обратно самостоятельно. Ну, бывает. Какая самостоятельная трансляция? Ага. Самостоятельный ОБС. Пидорас он. Так. Еще раз пробую. Так, я же, блядь, запустил сейчас сервер. А, не запустил, видимо. Ну, game server started, компания мод, все запустилось. Что за нахуй?
А ну покинь тот гейм-сервер. Сейчас. Там. Блин, не на то убираю. Так, покинул. Там в другой зале. Не, я имею в виду, я выхожу из этого, с которой в папке с игрой. На. Хорошо. Сейчас попробую перезапустить его. Блин, вечно какая-то ебля с начала стрима. Ну, это... Ну, а пораньше начинать это. Что потом уже. О, появились. Так. Я вижу гараж стрим. Ага. Ну в него не надо. Не надо, не надо. Бля, ОБС опять тупит. Кибер, по-моему, какую-то хуйню несет, как обычно. Кибер, поехали. Не ходи сюда, не надо. Так, что касается города, нам в Ульфдейл нужно будет. Угу. Так, может, все я создал. Мордек я тоже перезашел, такой типа, че я не могу начать игру, да? А? Конечно. Я появился. Я родился. Еще мантр надо. Сейчас заходит 99 уровня мах. 17. Эх. Он сам писал об этом. Ну что ж, не везет. Ну, конечно, он мог там через рот. Гармодифи там еще. Не знаю, БС продолжает херню пороть. Ну ладно, пока БС сам не краснулся, подожди. Пойдемте, пока он все равно где появится далеко. Он пока еще не зашел. Драчки начинаются. Мой район. Воду мне запилить, блядь. Совсем уверен, как нам попасть вот в то место через этот, может, могилу шахтера. Просто пока не вкурил. Так, что тут? Ихтус дракон приветствует Йонас, истребитель дракона. Забавно. Я был молод, и мне были нужны деньги. Тут мужчина. Так, просто пришел, ничего не увидел, упал со скалы. Здесь покоится Хатуни, вождь орков, который жил у ворот Аскардура. Тут женщина.
Okay. Здесь покоится Владимир, который хотел зарезать Хатуни. Здесь покоится Ингуар, любитель стряпни Хатуни. Здесь покоится Давид, который попробовал знаменитый суп из ногтей Хатуни. Понятно, всех травили. А чё тут было сперва какая-то кровавая лужа, а теперь она исчезла? Так вот этот, я убил вора одного. Так, да, посмотрите, может тут что есть. Так, ящик. Не стоит сивуха и ворновская. А с этот. Не помню, по-моему, здесь помогало. Да, тебе, по-моему, ты что-то находил. А, на ногу поднял что-то. Песос, у тебя там от братской стрела выпала врага. Короче, мантр, зайди в свойство щитевухи и пропиши в макабрисе 0. И все. У меня по этой хуйне не работало. Это ж ваше на кинтоше, да? Кино пошло, ушло. Чего? Почему макинтоши? Винда. Макинтош 420. Мантр, у нас 21 уровень. Угу. А что-то пишет? А то у меня будет. Так. У меня же есть кулак невъебенный, надо им пользоваться. Угу. На лошади мне манды ничего. Сапа, куда мы вообще бежим? Оббегаем к основному? Ну, наверное, я просто не помню, как туда попасть. Ага. А разве не через этот город, в котором мы только что были? Там тропа какая-то. По-моему, там не было. Я что-то путаю. Адя, а сколько у нас тут вообще в этой локации осталось квестов? Ну, именно в замке нисколько. Нам в другой город надо попасть, в эту Ульфдейл или какой-то там назад. А тот город, который сверху, с которому мы приближаемся, это... Ну вот и заодно и посмотрим, может, это тот, который нам нужен. Угу. О, убежище. Ай, жалкая броня. Тоже жалкая броня выпала. Еще одно убежище. Ой, забыли. О, да, ну. Ничего, ладно. Вот и прокачать шанс нахождения лучших предметов в этих убежищах. Да, угу. Открываешь убежище, и там как в Диабло, блин, базу разбил, и с этого я шмотки выпало. Thank you.
продолжает хуйню пороть. Так, тут какое-то задание сейчас. Время, деньги, поэтому сразу перейдем к делу. Убейте злобного волка, который прячется в пещере. Окей, почему? Ну это, по-моему, не то место. А, не, оно. Вульфдейл. Это мы удачно попали. Мне нечего вам сказать. А хули ты выделяешься, как квест персонажа? Я все сказал. Да у нас тоже Тони ебанулся. Что-то там опять кто-то, блядь, Доту с Донди стримит, наверное. Доту с Донди? Ага. Я просто представляю. Ну, это было бы довольно забавно. Там выбираешь героя, но направили использовать. Простой удар. Держишь даже какой-нибудь супер удар. И с селектом выбираешь дополнительный супер удар. Все хорошо. Трактирщик, привет. Сборщик налогов. Окей. Пати выводит сейчас. Так. У тебя ж, по идее, должна была остаться Доместер с пати. Что? И у него, по идее, должна была остаться Доместер с пати в верхних закладках. Может быть. Над друзьями. Но все равно лучше перекинуть. Так. Франц. Wait to party. Нажал. Чё? Recipient is already a party member. Ну он уже член пати. Да, так что мантр ты сам там выбери, оно у тебя должно деньги у сборщика нам угадайте, ну, понятно. Кто это там Тони так убивает? Ой, Тони. Мордекая. Аж до полфута добил. Найдите моему мужу и его слугу.
Мика, какого ты робокопа прошел? Третьего? Да, третьего, других не проходил. Просто третий самый яйцежирный. Особенно на третьем уровне. Мне кажется, второй. Так, какой-то очередной особняк с подвалом. Я в третьего нормально не могу. Потому что там третий уровень слишком уж для меня сложный. Помнишь, там где-то на джетпаке летаешь? Там для всякой гибли. Не, с другой стороны, если потренировать, то не фиг петь. Запомнишь. Только там вообще в этом третьем работе по уровню. 5, наверное. Альтара Салаза, Эльфу Тиркадара просит вас обучить, проникните в этот особняк и верните мне украденные жена произведения. Ну я как раз, наверное, в этом особняке. Ну что, мне отклонить как-то? Да, бери. Вот оно как. То есть... Короче, лесная эльфика там стоит. Еще один уровень, и потом тупо код. То есть вот ты вводишь какой-то код, типа взламываешь систему и все, и выиграл игру. Прошел этап код 3. Странно, что и Терминатор тоже использовал систему там взлома. Как я не помню, на какой на консоли. На NES или на DOS. Или на стиле, или даже на стиле. Да, он это задание выходит. Похитители эльфийских шедевров. Это шедевр. О, нихуя, тут прям горы золота. Ух ты. Ну, второй терминатор. 1000 золотых, да. Да, блин, вы еще вспомнили. Да, вспомнил. Терминатор 2 на NES. 10 на 40. Нашел я этот шедевр. Так, морды бегают. Да мы тут все бегаем. Отдать ему этот... наук. Мне нравится, как они во втором Терминаторе сделали этот, сцену погони. Как это называется? Ну, дальнобойщики какую машину используют? Ну, в Терминаторе, помните, была такая машина, которая гналась за ними, когда они на мотоцикле ехали? А, ну, это грузовик. Ну да, грузовик. Вот это они неплохо сделали. Подсказывая, то они... затупит без GPS. Да я сам-то херово помню. В RPM сильно GPS не нужен. Ну да, тут так же. Поврежденный не притащит. Спасибо. Мне то же самое, да. Пойдемте тогда, пока все вместе это сходим в пещеру, которая там есть.
пытается зайти. Так. Судя по ручению, мы пришли по адресу. О, серебряный медведь, вернее, волшебный повелитель медведя. Хуя себе, вы где? В пещере. Сейчас я выйду, покажу. Какой? Вот, вот сюда бей. Прибежал. А, ошибка соединения код минус 20, тебе надо в опциях поменять с лана на интернет. Да, не, наоборот, с интернета. Не-не, слан на интернет. Слан, там, кабели и прочее на ASDN модем поменять. Угу. Так, куда-то мы вышли. Хуй знает куда. А, все понятно. Это как раз, наверное, туда, куда нам по заданию надо основному. Тогда возвращаемся. Угу. Будем знать, короче, как все на слабость теперь. Сейчас дождь. Обожаю дождь. Да, был бы охуенно. Угу. Сильно дышит. Ну, что это? Ага. Надо с бубном танцевать, чтобы дождь пошел. Ага. Так, что тут кладбище у нас очередное. Читаем. Здесь покоится А.Р. Макгедон. Армагеддон. Ага. Мы никогда не забудем, как ты, как там его звали, друг мужчина. Раньше он никогда так крепко не спал. Ваш абонент находится вне пределов досягаемости. В этой могиле пусто. Он родился, женился и умер. Вау, какая интересная история. Однажды ты отправишься в ад или в замок Скала Воронов. Лучше в ад. К нам подключился Анонимус. Это Мантр. Ну, видимо, да. Эх, Мантр. Не сделал себе хороший ник, как у меня. Он какой? САС? Ну да. Или СОС. Ну, мах 17 уровень. А ну-ка сейчас проверить еще одну вещь. Да, он у нас пати спрятан. Ну да, логично. Ну а чем? Если иконка появилась, то... Интересно, где он сам там появился? Ну, в N. В первой локации. Да, в первой локации. Ой, блядь, как ему долго до нас. Ну... Все партнерство куда-нибудь поближе, может быть. Так, девочка, как вы, пожалуйста, найдите кольцо моей бабушки, окей. Единственное, куда вы можете репортнуться, это... сейчас скажу. Ну, это вот, если следы лесных стрелков, охота на крах медведя, это последний телепорт, который у нас есть. Угу.
Надо будет Тейл ему далеко идти. Пожалуйста, найдите кольцо моей бабушки. Заходишь к ней в дом, оно лежит на этом. На столе. Мы нашли. Кольцо моей бабушки. Что лежит, бабушка или кольцо? Ну это уже. Это уже кому как. Призраков видит. Ну, хотя логично. А, нет, засада просто. Ты подорвал тут? Да. Значит, пора сдавать. Большое спасибо, я пойду положу кольцо назад, пока бабушка не заметила. Ну ладно. Ух ты, и да, потом... Левак поднял. И ты сдаешь ей этот квест, и она дает тебе кольцо. Угу. Пошла, положила, называется. Ты. Да, кольцо херовое. Да. Ну, ничего. Выбирать не приходится. Да. Это ж все-таки бронза, можно сказать. А потом этот нефрит запустим. Сразу нефрит. Последний. Ну, последняя сложность. Тут всего две, по-моему. Нет, сначала бронза, серебро, потом золото, потом платина, потом... Бля, маски? Нет, после платины сразу вот эта неоновая херня идет. Неоди? Ага. Типоновый уровень сложности. Там Микея рассказывает плохую историю, но мне пока нет. Плохая история. А там как паровозик не смог. Наверное. Ну давай я тебе прочитаю. Я живу на первом этаже, поставил себе кондиционер года 4 назад. Спустя пару месяцев сосед с пятого выкинул кошку, и с окна она ебанулась от внешний блок кондиционера и сделала дырку сверху. Мне пришлось сделать козырек для кондея, и он с этой громкой. Ты хоть к соседу ходил, чтобы сказать: сосед, ёба мать, что ты делаешь? Падре! Чё, охуенно, этот кулак богов неплохо драконов забивает, нахуй. Надо дракона отпустить. Давайте нахера, он не сидит. Сейчас не тут рыжий, куда он? Куда я отвезти-то, блин? Ну это имя, блядь, грубый. Это сборщик налогов задание такое. Так, меня провожайте, а то сейчас как в тот раз с лесорубом этим ебаным будет. Угу. Сейчас подожди. Уебу. Наверное, тогда второго налога. Так, ты, говорю, держись немного впереди, чтобы там еще что-нибудь разведывать. Датго, по танку. Что же там? 129 хп. 129? Нифига. У меня всего лишь 560. Ну, а у тебя анти? Ну, силу все-таки немножко прокачиваю. А я ничего, кроме ловкости, не качаю. Логично. Правда, есть луки на силу, да не спорю, но... Будь здоров. Спасибо. Еще. Нет, нет, нет. Что она сама особо не лезет в драки? Ой, блядь. Там толпа, короче. Кошка. А, сначала надо. А, это свои. Поболтать сначала надо. Не, они точно будут чужими, поэтому. Конечно. Ой-ой-ой. Как много детей.
А, как мне тебе нравится? Главное в мангрии, потому что это самое опасное. А, да я просто... Младший бросает. Уже аноним ответы вверх. Конечно, нашел способ отпросить избавиться. Просто подскинуть его балкон. Хуя там упадало, блин. Угу. О, вампиризм. А ну есть. Ничего интересного. И пещера даже есть. Ничего себе. Ура, бесполезные ящики. О. Идите, главное. Я вас не звала, идите нахуй. Ну, да. Все правильно. Всем привет, Винарин. 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 Охай. В смысле завышаю микрофон на 30%, значит там шумы будут неидические. У меня не супер супер крутой USB микрофон, к сожалению. У меня не USB. У меня вообще микрофон этот вместе, блять, с наушниками. У меня точно так. То есть нас с вами, считайте, три разных микрофона. У тебя USB, у тебя с наушниками, а у меня, блин, сам по себе отдельно. Не, у меня есть настольный микро, который по рублей за 600. Интересно, что это за пещера такая, сюжетный вид. Так, где тут про... А, вот магическое убежище. Моники? Что за Моники? Вен, расскажи нам про за Моники. Я в Сакрит играл на 19-й. А, чё, Моник монитор, блин, ты думаешь, что за хуйня? Моник, я думаю, в игре есть какие-то Моники, которые надо набирать. Вен какой-то правильный. Анонимус покинул игру. Где Моник влияет на микрофон? Ну блин. Сори, мы не оттуда. Мне только нажатие сильнее на кнопку влияет на скорость езды. Почему мажор? Мне просто подарили 19-дюймовый монитор на день рождения. Что там такого? Ну, Тони просто один ноутбук. Для РЛА хорошая новость. Хало 5, скорее всего, на PC перенесут. Ну, если хорошего, он же на фоне играет. Ну, у него бомбит, нет, саркаст. Я сразу понял, что... Очередной повод, блядь, побомбить. Эй, Райли, ты знаешь, что перенос от Хало на ПК? Полет прям. Я их рук шатал. Он, походу, перестанет в Хало играть тогда. Нам надо бы... Прокачал дальний бой, стал стрелять медленнее. Походу лук другой взял, поэтому и начал стрелять медленнее. Да нет. Уверен? Уверен. А так я знаю. I've hated this is motherfucking dragons on this motherfucking play. Так. Ну я по заданию к этим к волкам позорным. Ага, а мы к этому? К
лесорубом пропавшим. Арбалет за двигание, спасибо. Жизнь без хуя. На волк. Блять, играет, хватит подвисать. Волк зовут Гарри, блядь. А, я его уебал, он превратился в мужика. Подождите, мой дядя хочет вашими руками избавиться от меня так же, как избавился от моего отца. Прошу вас, помогите мне отомстить, приведите меня к дяде. Это правда, превратившись в волка, я нападал на ферму, ведь на самом деле она принадлежит не дяде, а мне. Когда дядя узнал, что отец продает волков темным эльфам, Журак Нары и барона де Мордри, он отправил его, отравил его, я же сбежал. Валория, ведьма, которую изгнали темные эльфы, научил меня превращаться в волка. Приведите меня к моему дяде и дайте отомстить за то кровавое преступление. Ой, отлично, очередной эскорт, блядь. Наши люди, сразу надо. Блять. Так, в принципе, хуй на них. Надо просто бежать. Беги, блять. Пока чмо не пришло. Как нагло прям. Наспавнили тут. О, мы тут походу призрак чей-то нашли. Дровосек. Да не, Лукрец и Ралу. Отомстите моему убийце. Еще одни отомстили. Стюмный прям. Белороту Абидасу. Говорил, говорезов и убийц. Поможешь мне обрести вечный покой? Конечно. Ты начинаешь, я понял. Вы поверили этому дураку, вы предатели, это хорошо. Вы привели меня, привели сюда моего племянника, и мои люди расправятся с ним раз и навсегда. Он хоть вроде теперь не смертный. Ай-яй, больно, умираю, серьезно, смотри, а. Дядь голову оторвал. Так, кто там стреляет? Ну, помню. Наебок, из Уркука. Сайта! Да, окей. Привет, Сайта! О, а, нет, я думал, если тебе это оружие, то вполне обычно. Это с нами делает. Да. Мантр. МММ. МММ бегает. Вкладывайте в меня деньги. А ну, сука, волки, ну, какие шприц. Отпугивать волков стрелами — лучшая тактика.
пропавшие лесорубы тогда. О, мать, выстрел. Что? Жир собирает 650к рублей на ноту. Припал, а не жирный, блядь? По губам пару раз. Хуем, блин. Так, мне дали какую-то зеленку. Статуя дракона, божественная сеть снов. А, блин, тут я что-то читал про этот сет предметов, но что-то особо ничего не дает толком. Но это надо задрачивать, убивать эти предметы. И при этом носить их в инвентаре, они будут занимать тебе место. Ну да. Так, ну ладно. Куркальпавер. Им просто жить стало не на чем. Он собирает деньги. На видео, которое можно за 1000 рублей снять. Это уже не жар, это уже жир. Жир. Антер заблудился. Лол. В трех соснах. Надо через внешнюю локацию бежать. Понял. Так, окей. Че, в этом городе нет этого комбо маста? Так, сейчас я заодно посмотрю, что там по заданиям. Сейчас я заодно посмотрю порно. Да. Так, Вонг выполнили. Носители эльфийских шедевров выполнили. Пропавшие соробы выполнили. Бабушкино кольцо выполнили. В поисках покоя выполнили? Угу. Ну тогда все. Теперь нам надо... могиле шахтера что-то выполнять. Похищение женщин мы там выполнили, вот остальное вроде нет. Вот оно так. Ну что ж, пошли делать, все делать. Так. Сейчас заодно посмотрю, потому что там, где мы спускались, там, по-моему, тупик, да, в тех пещерах. Угу. Ну, по крайней мере, к той, которая не ведет к основной. Может быть, теперь вот как мы проходили через это, к основному заданию, через пещеру, только вниз там спуститься. Уж так получится. Надо попробовать. Гридон, да. А мы ему с этого артем. Так, да, сейчас, кстати. Надо полностью ставить. Не, оно не может скелет, то. Не. Подлый Химен снова поборол меня в неравной схватке. Ты чё, в Undertale переиграл? Да нет. Немного. То, что я прошел 10 раз, не считается, понятно? Всё. Охуеть, блять. Сейчас бы 10 раз пройти его, когда в игре всего лишь 3 концов. А нет, не 3. Ну, там 3, но там же ж разные вариации концовок. Не, ну там в разные вариации концов, смотря ты кого убил, кого оставил жив, там это аристика в диалогах, не в финальном диалоге, сам-то. Так, да. Но там же еще разные приколы можно. Можно вообще в одной локации ничего не делать, и тебе за это ничего не будет. Ну, блин, я просто не хочу спойлерить. Мало ли. Там, что бы ты про игру не сказал, это все спойлеры. Не точно его кошки лесной эльф. 129 на 157, физическая 34-41, магия 23-28, быстрая как вспышка плюс 2. Быстрая как вспышка плюс 2. Заебись. Это что? Это броня? Это лук. А, это лук. Еще лучше. Спасибо. Я его поставлю, буду бафать. Блять,
к этим цыганам подходит. Правость нынче редко встретишь. Да с собой не поспоришь. Ну а ты думал, Вена? Помогите нам, спасите наших похищенных женщин. Ну еще один. Окей. Что-то у них квесты начали повторяться. А потом снова убейте моего племянника. Я на этот раз не волк, я на этот раз, я, блядь, уже не человек. Надо реально будет мод поставить себе на доту, чтобы там звуки из зеленого стоника были вместо стандарта. Сильный удар для этого. А, не, не надо. Все, что в миле, мне не надо. Можете себя оставлять. А я хуй знаю, что там в миле, че. Ну, удар, мультиудар. Все, что связано с ударом. А вот выстрелы, пожалуйста. Может, призрак задание дает. Пойди куда падаю и набери мне чистой воды, охуеть. Че, охуел, блядь? Реально. Призрак пиздец хотел. Пойди набери мне воды. Ты такой, ты мне опыта дашь, да? Может, тебе еще венца красного, да бабу рыжую, блядь. Да не, он сам сможет. Ну, я попробую только одну пользу. Типа... Бога нет, все так. Так, старый кинжал, нахуй. Не надо, старый, не надо кинжала, нахуй. Неприятно. Кот там критики какой-то, кота режет. Да у этого, у Анти. Да, Анти. Че режет? Кого-то режет. А, ну, может быть. Окно открыто, а то я сдохну от удушья. Ну, скорее меня научил бояться гигантов, а Сахарит меня научил не, снова не бояться. Не хотите выполнить для меня задание? Я, находившись неподалеку пещеры, скрывается бандит по имени Роберт. Бейте его и принесите мне локон его волос. Ебать ты извращенец. Не хотите ли помять мои титили? Пожалуйста, найди топор, камнедробитель, верни его мне. Так, и чё? У нас разброс заданий. Он такой не кислый. Короний корм! Чё? Коровий корм? Матвена, как ты... А, думаешь, будет сайта? Я думаю, что нет. Что будет? Ну, лагать арма вторая на теперешнем ПК. А, да. Ну, да, такая игра просто. Движок. Движок. Не оптимизирован. Ну да. Я же поставил, кто запустил. Там что-то высокий или ультра, я охуел, блядь. Такого лагодрома я давно не видел. Прям Кризис 3, да? Ну, я в Кризис не играл, поэтому я не могу сравнить. Да там же ж... Там же ж все так на этот Кризис надрачивали шоу, графон, ультра, там все такое. Надрачивали? Не надрачивали, я не надрачивал.
Ой, а я на сталкера тоже там. Ой, смотри, графон квадратный. Теперь он можно его размазать, его можно по-своему. Сейчас Паша нас смотрит на всю эту хуйню и будет на свой фильм там 200 тысяч собирать, еще больше. А, вот тут сказывается, что он пройдет. Ай, блядь. Подотстал немного. Дороги. Здорово. Добрый вечер. Приветствую. Ты чё, хуй ядрила, блядь? Только я могу юзать такой удар молнии, блядь. Хуя там просто гуру наяриваю. Сломал все кости, призрак. Поезд на гладиатора синий. 15... Смотрю, какой у меня. Сейчас на. Ну, можешь сравнить. У меня желтый. Защита 26. А, давай нахрен на твой выкину. Послужит в качестве доказательств. Достаточно храбрецов пролили свою кровь. Псы де Мордри зовут меня главорезом и варваром, но я сражаюсь за свободу, сражаюсь с несправедливостью. Я помогаю бедным, которые сборщики налогов не оставляют даже средств на существование. Пощадите меня в награду, я дам вам оружие моего отца, которое подарил ему старый король. Ну, почему бы и нет? Разящий взгляд. Альбион. Так, Альбион, это что? А, меч. Так себе, конечно, меч. Ну ладно. Да, блядь, повторка попалась. Чего? Повторка попалась. Я тут карточку из этого, из круассана достал с ниндзя черепашками. Повторка попалась. Стиви, блядь. Проблема, я это... О май гад. У нас тут стали продавать белый квас. Ой. А потом черный начали продавать. Но я, конечно же, черный не беру. Гридон, просто мантр заблудился и не может до нас добраться. Ну, попутно прокачивается в 19 уровне. Да, он, во-первых... Это будет главный этот... хинт игры. Ну,
ворот сюжет берется, когда нас мантр пойдет. У нас же этот. Это, да, он же ж не с нами начал, поэтому. Да, сюжет будет на этом построен. Берется ли до нас мантр? Опа, мантр ставит. Ну и продолжаем по синим квестам делать. У него вполне есть время, пока мы квесты эти выполняем. Тогда забудь, как сюда приходить. Поменять звук вот от того, как они умирают, на ай-яй-яй-яй-яй-яй. Оттуда выдадут первый выход. А, и все, и будет замечательно. Ух, столько надо всего поменять. В доте поменять, в сад где поменять. Вся нахер поменять. Это сложно. Это же неправдоподобная физика. Надо ее поменять. Здорово. Ребята, вы чего? В основном, что ураганное предупреждение. Привет! Ага. Плохой ветер. Ага. Anyway, how's your sex life? Ветер. Ага. Кому вдул сегодня? Да. Эй! Это все кладбище в Сакраде виноват. Оно понижает. Заразный. Волк был настолько добрым, что даже еще на меня не агрится и не умирает. Хорошо. Так, игра, давай. Нет. Что-то она сегодня немного лагучая. Может там... О, потеряно соединение. Отлично. Какая что? Жаль. Сейчас попробую, надеюсь. Вы-то не отвалились, я надеюсь? Нет. Пока нет. Так. Сервака что-то не вижу. Сервака, блядь. Кто-нибудь там, сохранитесь. Я сохранился. Лучше все сразу, на всякий случай. Ну, там да. Уж хуй на чьи плечи там перевод. Так, сейчас попробую тогда вырубить опять от ёба. Сервер подключить. Должно появиться. Да, появился. Вступить. Yes, it is. Интересно, где появлюсь. Да, скорее всего, или там же, или у его куку его, как я обожаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, блядь! Как далеко.
Тут руна восстановления лежит, ну, гуру. В принципе, я не то, что прям очень далеко, но сейчас нагоню. Благо, я знаю теперь, как по-быстрому добраться до этого шахтерского городка. Гуру! Да я иду, я, блин, с лошади не могу съесть. А, стоп, ты не там? Ну, я пока выполняете задание. Я тут, на поверхности. Да. Сейчас, мне тут... Вон, где я стою, там руна выдается. Ага. Восстановление. Блять, где моя лошадь? А вот он. Круги, блять, наели. Так, теперь же зайдем внутрь. Да. Сможет мантр меня догонит. Что его там кто-то бить сейчас. Что-то магия не имбовая, посмотрю. Курлык. Мне вот нужны внутренности. Мне нужны внутренности. Ай, кстати, у меня мужик пропал. Он у нас бегает теперь. А. Теперь он ваш проблем. Я не знал, что ты это скажешь. Если бы кто-то смотрел Джо-Джо, я бы сказал, а твоя следующая фраза. Теперь он ваша проблема. Или вы говорите, теперь он ваша проблема. Что? Там просто один пацан постоянно говорил. А ты, а в следующий раз ты скажешь нюхо, да? Ничего такого. Также новые диалоги. Волк же обиделся, убежал. Каждый раз, когда они умирают, мне все равно кажется, что это Николас Кейдж такой. А? О, мы походу баб нашли. Ну или я нашел. Я как раз в городе, возможно, сейчас дам квест, чтобы вам их не вести, блин, если придется. Угу. Вытащите нас отсюда. У лидера есть ключ. Все такое. А, приятно такое. Че как? Достал ключи? Какие ключи? Пошли искать ключи. Только если мы лидера убьем, то этот ключи не подбирает, а походу на мне сейчас квест висит. Квестик. Эх, жалко, тут нет этого ебаного комбо мастера, а то бы хоть время убил по каждому, когда выполнить этот квест. Оп, виджет камера. Куда с ключом идти? Ну, он там баб освободил. Которых гуру нашел. Вот сюда вот. Баурис.
О, пожалуйста, отведите нас домой. И 4 бабы, блядь. Ух ты. Эскорт нахуй. Так. Чё-то я его вообще на карте не наблюдаю. Мантр, где он там? Может, в пещере какой-то? А, вот он уже в этом, в Соколиной горе. Не Соколиной, а это крепость Ворона, блядь, читай, хуй не будет смотреть. Впрочем, ничего необычного. Ага. Так, а, вот все, сдали. Тут молчите, сидите. Ну, мы не сдали, мы еще ведем. Но он уже как выполнен? А, ну то есть он у меня показан, но я ему не могу сдать, понятно. Ага. Да, пока не переведем шлюз. Это значит нам надо вниз? Да, это вниз. Ну пошли вниз. Жаль, что я всех остальных бафать не могу. Зачем? Ну, на скорость бега. Одну бабу уже потеряли. А нет, нормально. Быстро ты добежал. Ага. Так, сейчас я сразу посмотрю, прежде чем идти к основному заданию, что у нас тут еще. Нам же еще это, надо призрак воды набрать. Ну да, ну там по пути. Я просто посмотрю, есть ли тут еще. Торговец. Торговец из города могилы шахтер. По-моему, мы выполняли это задание. Да, трех девушек, да, выполняли. Тот, который. Дон Жуан, проституции. Так. Задание. Топор, камнедробитие выполнили. Ну да, ключевая вода, последний квест. Так. Потом будет Уркенбург. Ага. Уркин, насильник местный. Так. Окей. Блин, лук всего лишь на 6% урона от ловкости. А ловкости у меня всего 80. Вообще аутист был, не мог даже в матч играть. Бывает. Проверим в детстве. Ногу его хуёчек. Блин, а чё меня? Мне тоже столько с ним включено, что я не помню. Так, это вы через эту пещеру? Включено. Сейчас пойду. Пару секунд. Анимация атмосферы, значит, включена. Это пещера сквозная, не заметил? Где вы бабу сопровождали? Не обратили внимания. Ладно, сейчас посмотрим. Блять, зашел тут живут из пещеры, заспавнился этот гигант. Mm-hmm.
Не могу это быстро. Через дверь. А, ты же можешь по той пещере ходить? Шкуры. Значит, надо было там на перекрестке на правом спать. Окей. Капец велик. Ну давай, умирай же, мразь. За него пинг никак не. По идее, когда он умрет, его должно спидорасить на минуту мужского. Вообще похуй. Я отошел, а он сдох. Нанеся мне удар. Оно не попало в сторону.
Так, ну, тем не менее, это не решает наш вопрос, куда идти и что делать. Где тут обход, наверное? Может, через лес, через ебучий этот. Где-то там можно пройти. Надо бы уздечку на коня купить. Забываю. С такими ребрами торчащими пицца. Полый конь. Но сука, конечно же, нету. Нету уздечек в торгов. И доигра. О, я оно не могу поставить. О! Да, видимо, поэтому, да, все нашел. Мантр до нас добирается. Он уже добрался. Чё, 40 уставил. Я чё, уставил спида? Это кому-то там. Да, Антон, у меня смотрел за какую-то ледяную херню на место. Вряд ли не спала, такой, пошёл довольный. Лишь, блядь, пиздец. Несет какой-то. Ой, я нашел портал. Щеля искрикнули. Так, ключевая водица. Ты там в этой, в деревне? Да. Задай тогда этот квест призрак. Добрался до нас. Так.
главное задание было. Воины шкуры. Ой, я не пердать. Пекан пришел. Опыт прям так и летит. 10 опыта за мужа. Опять соединение с сетью форм. Чё такое-то, блин? В чём твоя проблема, ёб твою мать, сакры? Так, приспущу ещё раз, ладно. Я распидорасил. И че, куда нам? Обратно на эту, что ли? Городок. Сейчас посмотрим. Ну, судя по карте, да. Опять об этом скале вранья ебаного. Надо будет сохраняться в новых городах, чтобы не хуять сейчас. Не знаю сколько. Уздечка на коня 30 кусков, ну охуеть, блядь. Ну да, там все дорогое. Продавать там за 2000. Ебать, тут этот мертвый продавец коней. Ты его убил, что ли, за такие цены? Слушай, где? А, там может напали эти, вон и Мордри. Лол, он встал, блядь, то мертв был, встал. А чё ему квест не сдали, а вот, дал. Мантру видно. Так, куда нам теперь? Карта как-то медленно опускается. О, нам в этот. Возле пустыни, по-моему. Да. Че как? Нам к пустыне ходит. Ага. Так, но насчет. Сейчас посмотрю. Погодите, сейчас, во-первых, сохранимся. А, где да, я зайду?
обратно меня выкинуло. А, меня, блядь, самого уже раз-два выкинуло. Ага. Так, сейчас, секунду, посмотрю, что тут у нас в Уркенбурге, блин. Сообщение купца, хвастовство. Сообщение купца. Хвастовство, вещество. Так. Можно в Маскарель заскочить через портал. Верно. Я не уверен, что у меня там открытый. Осталось еще только вспомнить, через какую пещеру к вам попасть. Какую пещеру? Тебе не надо, не обязательно к нам попадать. Тебе надо в это, по направлению зеленому и желтому в основном. Все равно. Ух ты. Интересная информация. Кольца и амулеты можно ставить в предметы. А, ты только узнал, Мортиш говорит. Ну, я уж сколько этим занимаюсь, на этом. Куча колец, куча амулетов. Толковые кольца редко попадаются в это все проблемы. Тут да. То есть это в гнезда можно ставить? Да. Мантры просто уничтожаются ледяными сосульками. Просто кастанул и поебать. Чё бы нет. С кем этот мужик с морды бегает, который для задания? Нет, это он бегает. С этим. С мантром? Не, с нашим песосом. Так нет, он не бегает со мной. Ну я не за мной бежит. Да нет, должен за тобой бежать. Но нет. А ты не выходил больше? Нет. Знаешь, за тобой. Ну, посмотрите, у кого там иконка под вашей. Не у меня. И не у меня. Значит, у мантры. Угу. Там такой разбойник подбегает. Тебе конец! И мантра просто летит со сутки нахуй под эти 50 урона. Задача у молодого человека. Молодой человек, вы думаете? О, я скачу на коне и стреляю по типу. Впрочем, ничего нового, да? А чё, так довольно забавно сражаться с мобами. Это зачитерские поездульки. Это я мог так все время делать? Интересно. В смысле? На коне передвигаться и стрелять в это же время. Я не знаю. А вам потом покажу.
теперь не один так делает. Решил попробовать. Каню все равно похуй. Не пришел. Ну блин. Глухой сука. Какого там уровня 20-го? Бать тут нападало, блядь. Слагает нас. Ну, слыхали про новое законодательство, там хотят, блядь, налог на, ну, зарубежные цифровые продукты ввести, там, 18%. Да, блядь, они уже ничего нового толкового не могут придумать. Всякую хуйню. 1 января там, если, да. Серьезно? Ну да, посмотрим, подскочит ли цены. Купил игру, блядь, и чё бы налог 18% поддал, ну охуеть. У вас там вообще поехавшие ребята. Ну да, как обычно. Мне кажется, ли мне честь вернить мне картину, которую украли меня в Warbass, он должен быть. Нет, не окажется. Что ж такой сердитый человек, будешь людьми, ребята. Всегда вам говорю. Так. Вот торговец. Может, еще есть что-то интересное? Ничего нет. Дильдо. Торговец. Пожалуйста, принесите щевичный ликер, блядь. Окей. Падит. Где ты нашел это задание? Ну там он баба стоял. Ну ты его уже, да. Угу. О, а что вы там делаете? Ёба мать, падре. Картину провести. Надо будет потом в Витюшу на пару секунд превратиться. Да пощадите, ебать, папа. Словами у боги нет, я хочу жить. Щит свет. Что мне не пользуешься, не по. Бать в темноте не удобно карту открывать. Что-то я забыл, куда там по основному ехать надо. Ну там, в пустыне, блядь.
легко, короче. Того места, где мы сейчас. Так. Что мы сейчас играем 5 единиц. Так, сгоняйте пока кто-нибудь за ликером, что ли. Так, мне все-таки надо к вам подваливать или? Ну, если ты рядом, то да. Ну, не совсем. Все равно мимо нас проезжать, как говорится. Так. Стоит. А, понял. Зимние хижины тремя мужиками. Какие зимние хижины? И там к ним потом собака прибежит и будет. Такой себе русский Том и Джерри. Просто не помню, как этот фильм назывался. Ну, точнее, не фильм, а такой комедийный отрывочек. Лошадь опять залагала в текстуры, ну ёпта. Сколько раз повторил. Не физика проработана еще. Хуй сядешь. Это что хотел сказать? Чечевичный ликер звучит не так уж и приятно. И понятно. Просто софт начали делать полный. Раньше можно было просто понажимать, окей, окей, все, сделай мне по-быстренькому, блять, у меня проблема, блять, останови эту хуйню побыстрее. А сейчас, вот, ух, я хочу побыстрее установить, а вы хотите установить Яндекс.Бар? Опять нахуй нету Яндекс.Бара, вы хотите установить там какой-то новый, нифига не себе, такой охеренный браузер? Конечно, да, блять, нет, но мне... Что ли, мой пришел? А потом, блядь, всяких Mail.ru вкладок, блядь, понаставляла всяких хуй. Да это все, блядь, ебанек. Не стоять, удалять, миллион лет. У меня он на работе все постоянно, с шейта флешки на флешку, с флешки на комп прыгает ебучий троян Microsoft Excel. Ну обычно за это пиздят, блядь, за то, что флешки свои приносят. Ну, блять, вот у нас не пиздит, а так хотелось бы. Я бы посмотрел на то, как два вируса пиздец. Это как тостер с холодильником, что ли? Ага, что такое? Смотри, кто кого. Так, окей, тут никакого задания. Кардаш, кардаш.
такой уже зачарованными мечами, ходят модные. Кто? Ну, эти воры, воришки, наемники. Ну да, растут над собой. Мне интересно, что там на Ниобии творится. Так, вот еще одно задание. Пожалуйста, как можно незаметней проведи сюда послушницу Гертруду. У нас было романтическое свидание в тени замка, и меня внезапно вызвали на службу. Гертруде пришлось быстро спрятаться, потому что ей не разрешил вам бывать там. Таким вот повидать. Ну окей, блядь. Заебал. Комп шишка встала, блядь, там и выполняет задание. Интересно только, как это незаметно проводить. В лошадь ее можешь спрятать. Ну, ага. Так, был портал мы спрятали. Портал? А, значит, надо будет его тоже задействовать. Тонтона сесть. Надо поехать. Ой, ну, блядь, поехали. Каждому надо для себя портал открывать, такая хуйня тут не работает. Типа ты один открыл, у других открылся. Ну блин. Печаль. Да не, вроде открылся. Так, приветствую вас. Да, окей. Может просто анимация не проигрывается, а так он открывается? Ну да, вот анимации как раз нету, ну. Я нашел. Сян? Да, послушница я... Гертруда. Теперь надо понять, как Гертруда. Ее незаметно провести к тому мужику. А где она? Там. Он уже даже манту пробивал. Так, прятки еще задание. Это вот оно и есть. А. Да хватит кастовать! Завалял! Покаянный. Такой вздох. Полное отчаяние. Че, пока не рискуешь ее брать? Пока нет. Окей. Просто интересно. Это так. Сейчас надо обследовать все вокруг. Где бы ее можно вывести так, чтобы она... А, вот тут можно ее провести. Так, внизу, допустим, тут поведем. Там стоят два стража, но они, по-моему, не сагрятся. Или сагрятся. Не, не должны. Так, окей. Давайте попробуем. Так. Идем монашкам. Падше. Такой эскорт. Боевой маг Серафима на конях. А что у гладиатора разящий взгляд делает? Разящий взгляд, сейчас скажу. Создает пульсирующую ауру, которая наносит повреждение противнику. Угу. Тебе ее оставить? Не, не надо. Хорошо. Так. Сейчас тогда сверим, что у нас. Сбежавший жених мы выполнили. Картину мы выполнили. Борис. Хрен попадешь. Не, не выполнили, по-моему. Пони Экспресс. Тоже не выполнили. Чечевичный ликер выполнили. Борис. Ага. Сила. Прятки выполнили. Украденное золото не выполнили. Так, окей. Значит, ищем Бориса, Пони Экспресс и украденное золото, мне кажется, попадалось. Оно, по-моему, чуть-чуть наверху за чертой города.
там не смотрели вообще ничего. Сейчас надо будет сходить. Да не, не должен. РПС от карты садится. Да нет. Да нет, ничего не вижу такого. Так, тут у нас тупик. А, тут камень, да. Камушек загораждает путь. Вот это я что, до основного квеста забежал? Нифига себе. Чё, ты уже там, что ли? Угу. Чё, ты мимо нас проскочил. Я понял. Но вас здесь ждать уже, да? Ну, если хочешь, подожди, если хочешь, прибегай к нам. Тут еще три задания, что ли, где-то валяется. А, еще три задания. Сейчас это. Телепортирующийся лошадь призыв. Таким лошадь. А, он там тян стоит же внутри особняка, она ничего не дает, что надо узнать. Приветствую, я Вирия Маскарейская, баронесса этой земли. Вы можете говорить со мной свободно, Амонши, потому что я двоюродная сестра короля, обручена с его сыном, принцем Валором. Воистину самый достойный муж в этом королевстве, но мне нужно решить, у меня много дел, требующих внимание. И чё, в чём профит? Послушал про какие-то инцесские, блин, заскоки. Так. Так, где мой конь? Подай мне коня. Карета мне, карета. Ага. Вы мне стоячего, блядь, и делаете, хотя анимация передвижения копыт у моей лошади куда быстрее. Мне кажется, это общая нагрузка идет на сеть, потому что, может, из-за большего количества людей. Вчера такое подлагивание. Песос тебе. Чё, стой? Мантер пишет, эльф, стой. Эльф, стой. Эльф. Эльф, стой. Эльф. Тан-дан-дан. Тан-дан-дан-дан-дан. Дра-дан. Головной убой из Рафаэля. С этого шмотка на тебя. Ух ты. Верни мои золотые слитки, окей. Гаску, да. Всегда не любил эльфов. Всегда не любил. Я понял. Гордость Сарафейн. Я ее покажу. Топор на дно, значит, ну так, ноль. Ну, золотые слитки как раз. 172-241, но они никуда не ощущаются. Да, блин, понятное дело, на фоне мага, который тут. Пью-пью. Ага. Это великая стена, блин.
Да блять, как же, сука, предметы скачут, блять, невозможно навестись. Ага. Да нахуй мне рукавицы бит, да ебал я ваш рот, блин. Рукавицы бит белые на эльфа, блин. Я так и не понял, что за квестовый конь у тебя, блин? Ну надо так. Я сам не знаю. Походу мне его просто продать надо. Что-то сильное из бочки выпало, сейчас. На гладиатора по ножу. Плюс 7 к ловкости. Краденое золото. А, золото. Думал, там золотое ожерелье будет лишь. Ты еще два квеста поменял. Боятся. Тебе конец. Так, сейчас, секундочку. Я точно уточню тут место положения еще. Ага. Так. Краденое золото мы выполнили сейчас. Борис на северо-западе от города. Блять, вот эти северо-запад нихуя не понятно. А вот Пони Экспресс на время надо доставить диппочту маршруту Маскарель, Порто Драко, Флорентина, Порто Валум, Уркенбург, Ахилтар. Нихуя себе маршрут. Господа, не обессудьте, но я ужинать. Хорошо. Ага. Так. Северо-западе от города. Где это может быть интересно? Так, а ну сейчас закасочка выпустится. С этих карточек собирать. Ну ими типа так можно играть, но я, если я найду кого-то, с кем я смогу ими играть, то блять меня посадят. А вы что, гоните? Вы что, прикалываетесь? Ебать, еще одна повторка, что за хуйня? Не, ладно. Почему бы и нет? Потому что эта карточка самая сильная, но, блин, у меня их уже 3, это нечестно. Так, предположим, вверх вот этот вот... Вот этот компас мне просто нихера не помогает. Где запад ты? Так, северо-запад. А, может он в этом? Сейчас посмотрим. Где тут пройти-то можно?
в этой локации. Хотя тут мы вроде все смотрели, не было тут никого. Сейчас где гуру? Да здесь, рядом. Туточка. Надо кого-то найти? Да. Хорошо. Какого-то квест-гивера, да? На этом городе. Просто не пойму, где здесь северо-запад, блин. Что там мантра написал, я пропустил, не это? Не это, лево. Третье слово я сам не понял. Может он сейчас найдет. Может. Так, конь, дай, я тебя сяду заебал. Это типа компас, который вам еще время показывает за суток. Ни хера не помогает в этом ориентировке. Кстати, в секрет лог сходить. Хотя мы, наверное, там огребем. Попробовать можно. А вот Борис. Борода, блядь. Сила. Так, что ему надо-то? Приветствую, ну что вы хотите сразиться со мной, блядь? Берегитесь! И сюда я бы сидели, не вижу, да? Это было здорово, что ж, может пойти к минус 7 Серафима. Охуенно. Так, а что-то на нем еще висит задание, непонятно. А, это натян теперь. Какое сражение, когда Мигалон был похож на побитого пса, вот мы собрали для вас деньги. Okay. Вторая кучка. Долго собирали, наверное. Ну, собрали, как у вас.
Тенки. Какие-то яблочный сад. Синим пламенем объял. Что там происходит? Не знаю, дети ёбан. Я там сатану вызываю, что ли? Так. Тут не совсем понятно, как это. Попробую тут, конечно, пройти. Тропа тут не очевидная вообще. А вот тут не проходит, тут гандон. Как-то напоролся на нее случайно. Шел долго возле вдоль речки. Пришел в локацию, вот не вибен. Какие твои были ощущения? Еще, блядь, не тебе как отсюда выбраться. Вроде у нас что, два разных сюжетных квеста? В смысле? А там доставить дорогу к ущелью Верн и за короля Отечества, что? Ну да, то есть задание что-то никак не исчезает, может оно исчезнет, мы уже бывали. Нам надо то, что в пустыне ведет. Угу. Сейчас мы вот с мантром бегаем еще. Проход в секретный блок. Отключайся. Ну да, я же так и сделал. Просто я не мог с этого островка найти как-то. То есть, я так понимаю, там надо справа вот эту вот маленькую дорожку перебежать. Угу. Серую. Угу, хорошо. Чат СКТВ, походу, или что? А, СК2? Ага, и написано: Адольф начал трансляцию «Тотальная война». Это ебаная реклама. Мне просто позабавило сам факт того, что типа зовут Адольф, он начал «Тотальную войну». Батик устрел. Че было после войны?
Вот как я должен был там сделать. Вот как все должно было быть. Варами? Варами ты имеешь в виду Warcraft или что? Или... Никто варами не увлекает, не прикалывается. А, это конечно, это шкуна. Total War. Total suck my ass. Да шучу, я не знаю. Я бы если знал, я бы сказал, что она там. Хедстаты кого-то. И он теперь зеленый нимб, типа Иисус пришелец. Какая-то пещера. О, гарпун. Может, по сути, поиграть в такое было бы и забавно, но на стриме смотреть это было бы можно. Какие-то драконы-то. Видимо, это вся пещера, ладно. Бывало и больше. А, вон мы тебя видим. Угу, аналогично. Так. Такой засранч! Мордекай опять выкинула. Блин, ну тут мы никак не пройдем, я предполагаю. Надо вдоль этой стороны пройти, может тут какая-то тропиночка. Ну, стратегии, они же долгие, ты же, думаю, не очень интересно. Там сидишь, да, такой, ждешь. Когда как говорит. Ну да. Старкрафт сколько, блядь, смотрит? Так, Старкрафт это немного побыстрее будет. Той же цивилизации, где там... Вы хотите сделать? Цивилизация, да. Герой, например, там можно, блядь, одну карту месяц. Ага. Блин, помню, диск купил с этими пользовательскими картами. Ага. Там был прикол один, как свинью убивать бессмертно. Ты проткнуть ей сердце или мозги. Протыкаешь сердце, и она такая, ну хер с тобой, и тебя убивает. А протыкаешь ей мозги, она начинает свои мозги хватать. Так, походу все-таки с этого можно попасть. Да, с этого острова яблочка.
проверим. Просто в основном в мультиплеере ребята разговаривают между собой, а в стриме ребята пытаются поговорить со зрителем. Типа, о, смотрите, какая тут хуйня, ребята, смотрите, что происходит. А мы тут такие, эй, Анти, смотри, какая хуйня, смотри, что тут происходит. Морда есть пошел. Угу. Тихо-тихо. Не ходи туда, не надо. Сегодня в трамвае ехал, малой сидит, рыдает, плачет, что-то там, разрывается душонка маленькая. И потом он такой, мама, ну билетики. И бабуля, сидящая напротив него, дает ему. Я вот только не понял, она дает ему еще нормальные билеты на трамвай или уже прокомпостированные? И малой... Вот, ага. И малой сразу затыкается. Это, наверное, было самое приятное, что случилось сегодня за этот день. Бабушка спасла мир. Mm-hmm. Так. Ну да, тут у нас прям путешествие целое. А, тут тупик, окей. Ну да, компостировать, это когда берешь бумажку, кладешь ее в определенного рода механизм, потом сам ручками этот механизм задействуешь, и в бумажечке появляются дырочки, которые позволяют тебе весело провести время в трамвае без штрафа. Тогда фраза «компостировать мозги» звучит как страшно. Что такое КРРЦ? Это Kraken Racing, там что-то турнир подобный. А. Так, там еще какой-то проход был, нет, да. Тут вот. Давай посмотрим. Повернуть. Хуй тут проверить. Дальше. Так, ну судя по, там, по этому мостику, значит у нас там есть еще внизу, может как-то. Давайте попробуем. Угу. А я лошадь застряла, ну ёпта. Как бы самому не застрять. Угу. Бля, я в текстурах застрял, походу. Мантра шторит, у него атака приходит позже, чем он сам. Так, так и должно быть. Ты что, отключался, что ли? Угу, только что. Я в текстурах застрял. Блин, как же туда попасть, ты ёбаный купорос?
давно я такого не слышал. Пробивать сумки. Мантра, есть идеи, как туда залезть? Я что-то не могу дать на них. Ну, маг-то он может, он не перемещал. Вот, может, он из внутри посмотрит, как добраться на наружу. А, ну, как вариант. Где там проход? Я вам что, аватар? Ну да. Ну у тебя есть же заклинание перемещения, чё б нет. Вода, земля, воздух, огонь. Что раньше... вы говорите? А мы аватара смотрим. О, господи, меня опять, конечно же, не выкинули. Чё он написал, я могу? Блин, я не успел прочитать. Всем что-то такое. Всех можешь, что ли, переместить? Чуть не помню, чтобы маг такой умел. Переместите это... меня к себе. Как? Как-нибудь. Ты ж маг, ты ж можешь, давай. Анонимус. Ну. Надо будет Титан Квест пройти по-любому. Там надо, блин, хотя бы эти первые два уровня как-то самим пройти, чтобы на третьем уже все показать, всех боссов. То есть? Ну, там же три уровня сложности, норма, эпос и легенда, и только на легенде можно всех боссов увидеть, там Гидру, Мантикору, там. Да, серьезно? Да. Бля, это нечестно. А Локи вообще там надо все три уровня сложности пройти, чтобы, блядь, истинную концовку увидеть. Тоже игра постепенно новые фишки подбрасывает. Но это, конечно, реиграбельность весело, но, блядь, заставляет проходить игру 13. Ну это да. Особенно такую, как Titan Quest. Ну да, однообразно. Да, она быстро. Ну не быстро, но... В принципе, если так засесть, я за 3 дня может вполне пробежать. Так, а если я сдох. А, если я сдохну, я пробую снимать сохранение последнего. Ну, в Сибири продается там. Мантр куда-то переместился, блядь, слол. С лошади. Что ты там делаешь? Ладно, там же написано, где они продаются. Сибирские, все такое. Смотри, он леденцы и пельмени. Обсосы называется. Как продавались пельмени, блядь, с Бивисом и Батхином. Серьезно? Угу. Ну да, и это же. Баклан с пельмени. Так, я зашел не на ту территорию, там жрецы Шада Рима, блядь. Идите нахуй, отпустите меня, блядь. Жрецы Шада Мор. Да отпусти меня, блядь. Да он заебал тебе корненько вставать, ублюдок. Мать твою. Она висит. Ну да. Слушай, ко мне лисят сам, да. Как же попасть в эту секретную локу, блядь. Мантр пытается снизу пройти, ну не знаю, по-моему, пробовали уже. Мне кажется, я тупо срезаю путь каким-то образом. Блять, лошадь припарковалась вообще, пиздец. Хуй сядешь, блядь.
фуру убила, блядь. Единцы одобряют, да. И лайк папшиков. Так, есть одна, конечно, наркоманская гипотеза. Не знаю, по-моему, она не работает. Не, не работает. Точно. О, мантр прошел, лол. А как он это сделал? Ты переместился или тебе просто так удалось сделать? Бесовская вроде. О, где-то тут рядом. Да. Лиценз. О, даже сказать тяжело. Лиценцы. Не тяжело. Лиценцы? А, Киви одобряет лиценцы. Китаец, блин. Киви. Мантр тут. Он, наверное, дорогу показывает. Как он это делает? Что именно? Где-то будет, а в самой жопе у меня по нику. Потом хуяк, это кучу. Пингует, наверное. Хуя себе. Пингует. Ох ты, блядь. О, да, это все. Морговат поменяли. Хуя себе. Играя зачем на это, будет как четверо. Да, он точно все то, что сломали нахуй. Без звуков. Секреты мало секретных.
Господи, наспамил-то, блядь. А, это еще один из тех мобов, которые не умирают, да? Угу. Ну, отойдите от него, пацан. Да, надо все-таки подгануть. Надо прямо перед хомяком пройти к ослыванию. За полчаса. В том-то и дело, что это ничего не поможет хомякать. Эй, смотри, хомяк, я прошел к ослыванию перед тобой. И он такой, я тебя ненавижу. Переквест, да. Чекан, пройти. Чекан, чекан. Если это не квест, то можно попробовать. Чакан, чакан. Двухэтажный чакан. Вояж, вояж. Ну и все такое. Нам нужен лаг, чтобы разобраться с призраками. Давай, скорее быстро.
пейзит дракон. Ой, не пейзит меня, не пейзит. Сраный дракон. Пока лапшманы. Опять сказал. Сказал, блядь, прекрати меня пейзит. Это я должен тебя пейзит. Воу, шлюха, хватит. Засрал своими метеоритами все тут. Сука. Не гонись со мной. Не ешь меня. Пожалуйста. Выполню любых твоих желаний. О-о-о. Ну, блядь, где наши хваленные маги? Вы не херово уже так подумали. Да ты по ты заебал, честно слово. Пидорас! Сука, своими говношариками. Сука. У меня всего 840 хп, блядь. Сейчас приду его на шашлыки пищу. Гангана неплохо. О, хотя это сложно назвать неплохо, но все же, ну что-то. Все, ты можешь идти теперь в этот в Underworld. У тебя 25-й левел. Так, у меня игра. А, вот все, ты сучка такая. Засейвится, кстати. Лол, ну заебись, блять, у меня мое копье топовое, что там 280 на 320 урона поменялось на не используйте оружие от БФГ, блять, спасибо, игра. У которого урон 100-132. Пиздец. Пиздец, блять, сука, говно, блять. Кивич пишет, сделал новый форум мультиплеер для тем про всякое такое, типа того, чем вы сейчас занимаетесь. А смысл? Ну типа там скопиться, в общем. А. Ну я сделал темку в плане hack and slash обычно там пишу. Ну так, да. Ну ладно, теперь будет копье от БФГ. С хуёвым уроном.
Да, ну... 20 урона по нет. Возле того дракона все равно нет пути в секретную локу, а ну где-то надо повернуть, видимо. Пиздец. Просто копье 20 урона по призракам. А, ну потому что там никто не пишет, когда там планируют стрим еще что. Поэтому он ушел. Блин, бьют мне кажется сильно, да. Пали в угол А, тяжелого прыжка-то у меня и нет, как раз плохо. А, вот, все, теперь есть. Уи. Че, ты боевой прыжок, что ли, взял? Угу. Возможно, это будет какая-то альтернатива перемещения. Попробуем на другой берег перепрыгнуть. Подожди, я согласен, подожди, свой боевой прыжок. Ну, в принципе, неплохо. Ты на другой купере хочешь переместиться? Что-то у меня вообще не прыгает тут. А, надо через... Ну, попробуй через Ctrl. Вот он, зажми Ctrl, нажми на спид. Ну, я не вижу правой кнопки. А, там, да, вот, да. Нет, моя не хочет убить. Блять. Пирасук сворачивает. Иди нахуй. Блять, вылезли какие-то ненужные окна, блять. Пиздец. Ема. Заебись, прыгнуть не прыгнула, а пошел ты без пива. Надо просто где-нибудь поуже место найти. Берег видно было. Нет, далеко. Ну ёбаный, блять. Чё ты встал, гуру? Подвинься. Да так надо. А, вон вижу какое-то место. Попробуй отсюда. Мне всё равно далеко. Скилла не хватает. Хер знает. Долго же ты нахуй думаешь, однако. А у меня уже херовый.
39 минимальный урон. Орать-то она орёт, блядь, и дурник убегает. Может, я только во врага прыгаю? Где там мантр стреляет? Офигеть. Ну что, здесь мы тоже грибом здесь. Гридон тоже записывался. Я этот момент пропустил. По идее, он сегодня этого варпа дойдет. Там уже осталось. Там же момент сейчас такой забавный был. Получается, он туннели, по которым бочки пролетают, если их не кинуть. О, нихуя, ты там собирал за собой. И получается... Не хел. Ага, сейчас будет он там. И получается, он бочку поставил напротив туннеля, чтобы она остановила ту, которую он в туннель бросил, чтобы ее потом использовать. Она ударяется об ту, которую он поставил, чтобы остановить. Пролетает и снова в туннель попадает, и цикл повторяется. Там на последних минутах стрима можно будет посмотреть у него на ютубе. Двойной портал. Ага. Что если бы в портале или в портале? Вихревой удар, ну охуеть, блять, и он находится за 5 минут. Спасибо, Гарпия, который мог поводить им такую. Я знаю, что это похоже. Это если бы ты в портале пытался поставить ящик, чтобы остановить там вот эту крутящуюся фигню. А эта крутящаяся фигня перепрыгивает ящик, попадает в портал. Я драпу там на свое исходное место снимается. Yeah!
шатунчик. Кстати, по-моему, не тот мостик, который мы видели, или тот, где он возле этого яблочного пруда, блин. А он, кстати, для мага перемещения нашел. Нашел? Ага. Сейчас мы ему скинем переместиться. Пускай, блядь, сам ищет. Сейчас тут еще пройдем. Наконец-то безумный лут защитника, что-то попалось. Интересно. Да, тут тупик, блин. Оп, я в городе. Угу. Чуть-чуть перепрыгнуть через речку. Нихуя там у тебя, блядь, землетрясение. Так, а чё, похуй, сейчас воспользуемся. По-моему, тут был какой-то камень, который мешал пройти, может, его можно будет перескочить. А хуй, через забор он не хочет. Так, ну все, наверное, надо уже закругляться сейчас будет. Тут задержим Гритоном. Угу. Это будет некрасиво. В этом городе как раз завтра начнем уже с основательных поисков, как туда попасть, блин, что тут, как делать. Может, сделаю проще и загуглю, блядь, если найду вообще. Ай. Так, ну все, я сохранился, выхожу с сервака. Всем спасибо, кто смотрел, не разбегайте, сейчас будет Гридон. Всем удачи, всем пока. Спасибо. Всем покедова.